Привет, народ! Вы на канале LPS Blog, с вами Сабина. И сегодня я бы решила снять мои новинки, показать вам их. Информацию про коды с консервами. Точная информация, уже не то, что я когда-то выкладывала. Вот. Когда Никита еще цел был. Вот. Ну, это уже точная информация, она проверена. Ну и, в общем, я, как уже сказала, в этом видео хотела бы показать свои новинки. Первое, это я делала на нее распаковку. Это альпака. Грейс мы ее назвали. У нее надпись LPS. На всех каналах это мальчик. Но, ребят, присмотритесь, у нее есть много ресниц. Три ресницы. И еще, те, кто думает, что это лама, это не лама, это альпака. Можете посмотреть на сайте Hasbro, либо же в ее имени. Это Нинта Альпаку, но мы назвали ее Грейс. Милая такая. Очень мне нравится надпись LPS. У нее вот такая вот пометочка краской, но это ничего страшного. Она, возможно, отмоется, ну или это будет у нее как татуировка прикольная. Альпака. Очень она мне нравится, правда. Вот. Красивая. Дальше идет слайм. Драконий фрукт, или как он называется, я не помню. Раньше я разбиралась, и сейчас чуть забыла. Вот. Так вот. И давайте я вам покажу. Мы его купили вчера. Вот. Точнее, не купили, а нам его дали в подарок. Потому что я хотела его купить, спрашивала у мамы, и наконец-то мне его дали в подарок. Так вот, кстати, оно можно использовать как браслет, смотрите. Ой, толстая рука не на... А, вот, смотрите, ребят. Это как браслетик, крышка от слайма. Так. После этого видео я решила снять информацию про коды с консервами. Потом, что я хотела снять... Забыла уже, что я хотела снять. Информацию с кодами. Это уже как бы правильная информация. Там несколько серий нового сериала. И что еще забыла. Короче, не знаю. Вот. Давайте откроем. Это вот крышечка. Ой. О, смотрите, как он гладко делся. Он, кстати, очень хорошо кликает, хотя дешевый. Но нам еще его в подарок дали. А так он стоил 50 рублей, но нам его дали в подарок. Теперь у меня как бы два слайма. Помните, я вам показывала такой космический глиттерный слайм? Так вот, там было смешано три цвета. Это, ну, два точнее, зеленый и фиолетовый. Потом мне появился голубой, я смешала. Смешала их, получился такой голубой глиттерный, как космический тоже. Вот, видите, тут блестки такие желтенькие. Их не видно, наверное, но тут они есть. Вот. А еще. Это, кстати, у меня все появилось вчера. А последняя новинка не это, не слайм, а другое. Появилось вот только сейчас. Сегодня. Вот. И я там смешала, а потом мне не понравился цвет. И она. Нехорошо тянулась, поэтому я просто добавила зубной пасты. Добавляла, 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 добавляла. И потом пену для бритья добавляла, и там ужас какой-то стал, она теперь воняет. И я ее фломастером потыкала, покрасила 100 раз тоже. Вот, и там теперь она у меня в коробке от Lost Kitties лежит. Там воняет. Ну вот, ну а так, вот этот слайм, он очень хороший, он хорошо кликает. Ну вот. Ой. Кликает хорошо, хрустит и тянется вообще. А стоит всего лишь 50 рублей, но ну, дали в подарок цветочек. Могу сейчас розочку сделать. Жалко, что эта розочка не вечная. А ведь такая красивая. Ее нужно кликать. И да, ребят, еще у меня проблемка. У меня сломался штатив. Там отвалилась средняя палочка, причем это давно случилось. Теперь снимаю на подставке для книг. Если у вас была такая ситуация, или у вас просто нет штатива, скажите, на чем вы снимаете, чтобы не было никаких вот таких вот разных штук. Чехол у меня, я вам показывала, он не такой, как раскладушка. У меня телефон большой, это Meizu. Короче, убираем слайд. И сейчас покажу другое. У меня было очень много слаймов, но это самый лучший драконий фрукт. Вот. И дальше моя последняя новинка, это масса для лепки. Вот, смотрите.
тут 12 цветов. Тут 12 цветов. Мы это купили всего лишь за 96 рублей. Вот, смотрите. 12 цветов. Салатовый, синий, коричневый, черный, фиолетовый, красный, желтый, оранжевый, фиолетовый, розовый. Нет, не фиолетовый, а такой как темно-розовый, светло-розовый, такой как бледно-бежевый, как кожа цвет, и беленький. Я из них могу слепить аксессуар для пэтов, либо самого пэта, самую редкую стрелочку, которая у меня на аватарке. Такие вот штучки. Типа инструкции. Тут 12 цветов. Все это 96 рублей. Вот. Я что-нибудь слеплю, открою потом. На этом все. Пока, народ. Вы были на канале LPS Blog. С вами была Сабина. Спасибо за просмотр. И да, сейчас у меня телефон сколько сейчас заряда? 58. Зарядится хотя бы до 70. Нет, заряда будет мало. Давайте достану. Зарядится. Это быстро, и я вам сниму информацию про коды для консерв, несколько серий нового сериала и, возможно, обзор на мой город LPS. Там у меня сейчас это все у меня на полу, я это не убираю. У меня дерево, ванная комната, машина, доска почета, коды всякие для пэтов, консервы, газировки, там этот каталог там лежит. Ну, я его сейчас оттуда взяла. Там дальше детский сад, фоны, кофейня, магазин трехэтажный, кофейня, говорила уже. Ну вот. Вот. Сейчас там у поэтов у меня собрание. И вот это собрание из 45 поэтов из-за Сабины. Вон там Galaxy сидит, Галина. Вон она. Ну вот. Вот. Это коробка, в которую я складываю пэтов. Вот, там армия единорогов, комната Сабины. В общем, вот. Включила вспышку, потому что я это хотела снять в ошибках начинающих LPS-блогеров. Мне это вообще не нравится, вот сейчас я ее выключила. Надеюсь, меня видно. Пока, народ, вы были на канале LPS-блог. С вами была я, Мадина, и Сабина. Пока-пока, спасибо за просмотр.